готувати влітку найкраще на свіжому повітрі в райському куточку міста Миколаїв у ресторані яхт-клубу «Ольвія». Шум річкових хвиль, фонтани, затишні веранди та гостинний прийом – все це чекає на вас у цьому казковому місці. Доброе утро! Сегодня мы будем готовить салат зеленый с яично-сырной заправкой. Нам для этого надо огурец, пучок салата, яйцо, сыр и йогуртовая заправка. Начинаем с пучка зелени. Ну, предварительно, конечно, его надо помыть. У нас уже все готово. Режем его, мелко режем. Салат нарезаем так. И все укладываем в тарелочку. Такую делаем зеленую подушечку. Вот. Затем берем огуречек, отрезаем края и тоже нарезаем, чтобы у нас была мелкая соломка. Этот салатик, он очень быстрый и сытный. И вроде бы и легкий, и сытный салат. Очень вкусный. Вот, нарезали. И все это на нашу зеленую подушечку. Вот у нас такая красивая подушечка получилась. Вот, теперь мы солим и перчим. Перчим. И солим. Солькой. Вот. И заправляем йогуртовой заправкой. Дальше мы берем сырок. На крупной терке натираем сыр. Сыр можно брать, вот у нас в данном случае сейчас моцарелла. Можно взять и голландский сыр, и швейцарский, ну какой вы любите. Натираем и сверху на салатик. Вот так вот, красивенько, на всю подушечку. Затем мы берем яйцо и крупно рубим. Вот. И тоже отправляем сверху на салатик. Вот. Перчим и солим. И приправляем йогурт.